в информационно-технологических форматах. То есть, скажем так, юридического наполнения, не могу сказать, что его совсем нет. Оно, конечно, отчасти присутствует, но оно присутствует только, скажем так, в локальных каких-то участках, только благодаря тем специалистам, которые действительно понимают, что без этого прорыва форматизации, значит, и всех инструментов воздействия на преступность, с использованием различного и цифрового ресурса, конечно же, тоже, невозможно, наверное, войти сегодня вот в это будущее, которое, скажу вам сразу, это еще, наверное, одна ремарка, чтобы вы сразу понимали, все, о чем я буду говорить, это не потому, что мне это очень нравится. Откровенно вам скажу, что специалисты в области права, очень многие, и помимо, так сказать, тех, которые отреагировали на мое выступление и сказали, значит, в своих репликах, высказали какие-то пожелания. И еще у меня очень много было писем, которые прислали мне мои знакомые, не буду сейчас всех перечислять, которые мне говорили о том, о праве, Семен Яковлевич, о праве-то вы почему забываете? Я не забываю о праве. Я понимаю, что право – это единственный инструмент, это единственный механизм, скажем так, да, который в этом случае является гарантией вообще безопасности во всех смыслах, во всех своих, так сказать, отраслевых проявлениях. То есть вся система киберпространства сегодня со всеми своими плюсами и минусами безусловно должна находиться под постоянным контролем правовым, потому что это единственная гарантия безопасности. И поэтому, как бы мы ни относились к тому, что отчасти технологические процессы здесь в последнее время, они, так сказать, впереди бегут и, наверное, тянут за собой вот этот традиционный ресурс регулирования вообще каких бы то ни было общественных отношений, да? Но, а как же наше будущее, да? Вот я как юрист, я об этом задумываюсь действительно очень серьезно. Я понимаю, что, может быть, еще молодые люди, которые вот здесь присутствуют в аудитории, что у вас есть еще возможность переключиться. Да? У нас, у людей, которые уже достаточно давно в этом правовом пространстве себя позиционируют, это сделать довольно-таки сложно. Сложно в силу, прежде всего, своих каких-то уже сложившихся стереотипов. Да? Но, тем не менее, я понимаю и другую вещь, что не переключиться на эти процессы, это значит оставить себя без будущего, по крайней мере профессионального. Потому что все сегодня абсолютно регуляторы, которые только существуют в общественных отношений, не только, так сказать, правовые, но и неправовые, они, это уже, так сказать, ближе к преступности, скажем так, они все переключаются на этот формат. И поэтому я буду говорить не столько о возвращении к теме, которую сам когда-то обозначил в 2014 году и которая имела продолжение здесь в нескольких докладах, в том числе Хамара Джафаровича Аликперова. Вы все слушали, наверное, его и знаете электронные весы правосудия, чекирование как необходимый сегодня цифровой элемент, значит, контроля над преступниками. И можно было приводить еще и другие. Состоялась летом конференция, которую проводил глубоко уважаемый всеми нами профессор Гиринский Яков Ильич. Да, я собирал вас достаточное количество, так сказать, огромное количество ученых, которые обсуждали все эти вопросы. Так вот, значит, я хочу сказать, что я хотел бы в продолжении темы, не возвращаясь к этой теме, а в продолжение, потому что предмет, о котором я буду говорить, это несколько, скажем так, это не столько возвращаясь, сколько продолжая те идеи, которые высказывал я когда-то, высказывали вместе со мной мои коллеги. На одной из конференций последней в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургском филиале Университета правосудия, профессор Гиринский Яков Ильич сказал, что вот, пожалуй, сегодня единственным человеком, специалистом, который занимается проблемами кибербезопасности, киберпреступности, является Владимир Семенович Овчинский. Я думаю, что профессора Овчинского все очень хорошо знают, и его труды все очень хорошо знают. Но, скажем так, Владимир Семенович – это человек, который очень, скажем так,
просветитель, криминологический просветитель, да, это человек, который блестяще знает эту материю, да, но Владимир Семенович пока еще в своих трудах большей частью нам расширяет границы нашего знания о том, что в киберпространстве представляет из себя действительно реальную угрозу, да, попытка определить именно эти, так сказать, именно эту особенность. Есть и другие ученые, которые пытаются, допустим, тот же самый Ханнар Джафарович Алекперов, да, это, скажем, в большей степени вопросы, которые связаны с цифровизацией инструмента, который действительно сегодня имеется у правоохранительных органов. То есть помочь правоохранительным органам с помощью электронного этого механизма, значит, минимизировать свои какие-то затраты и активизировать, скажем так, объективные обстоятельства понимания того, что есть преступление и какое-то за это преступление должно быть назначено объективное наказание. Вот я хочу сказать, что я пытаюсь, я уже объясняю немножечко свою позицию, здесь забегая чуть-чуть вперед, я пытаюсь продолжить тему, которая связана с цифровизацией материального уголовного права. То есть я задумываюсь о том, что не пора ли нам, учитывая ситуацию, с которой мы сталкиваемся сегодня в киберпространстве, задействовать максимально механизм уголовно-правового воздействия на те сюжеты, которые позиционируют себя в киберпространстве и которые имеют характер преступлений с точки зрения существующего уголовного закона. Подчеркиваю, не надо менять уголовный закон. С точки зрения существующего уголовного закона заместить, скажем так, реакцию правоохранительную, заранее сейчас говорю об этом с дрожанием в голосе, да, чтобы вы, потом придется еще объяснять, что имеется в виду. Я уже сталкиваюсь с этим не раз, да, что мне приходится несколько раз объяснять, что имеется в виду. Имеется в виду, чтобы система, которая сегодня в киберпространстве преступности себя существует, чтобы она нейтрализовывалась с помощью этого самого цифрового ресурса, а не с помощью правоохранительной системы, которая сегодня не готова к восприятию очень многих сюжетов, позиционирующих себя как преступление в киберпространстве. Это, скажем так, вводная часть. Понимаю, что времени у меня мало, но я постараюсь все уложиться. Так вот, вы, наверное, знаете все выступления Валерия Зоркина, вот это его публикация, в которой он, это я так в качестве, так сказать, аргумента дополнительного, что, естественно, что цифровая история, которая сегодня окружает нас, она безусловно требует модернизации ресурса правового, который нацелен на контроль над всеми этими угрозами. Знаете о том, что указ президента Российской Федерации октябрьский 2019 года о развитии искусственного интеллекта, то есть это некие, так сказать, правовая основа для развития соответствующих программ искусственного интеллекта, которые могут обеспечить контроль в киберпространстве киберпреступности, какового сегодня не хватает. Что собой вообще представляет сегодня цифровая история? И это напрямую связано с поведением человека. Мы все понимаем прекрасно, что вот этот цифровой мир, который сегодня активно развивается, да, это некий гибридный мир. Да. Я тут никаких открытий не делаю, это все известно, так сказать, описано, так сказать, многими специалистами. Что гибридный мир — это как раз мир слияния виртуального и реального миров. И в этом виртуальном мире, скажем так, человек, который существует в виртуальном мире, да, он пытается свои виртуальные запросы и свои виртуальные потребности, и свои виртуальные, ой, прошу прощения, реальные, свои реальные потребности, интересы, так сказать, права и так далее и тому подобное, он пытается их позиционировать в виртуальном мире, потому что в виртуальном мире гораздо больше возможностей для реализации всех тех интересов, которые у человека. Но это очень просто, хотя бы потому, что виртуальный мир предоставляет, во-первых, доступ совершенно всем. Для этого перед виртуальным миром все равны. Все мы можем туда, так сказать, проникнуть. Да? Это высокая результативность решения каких-то проблем за счет сокращения времени, там, допустим, даже и ресурса решения этих проблем, которое в реальном мире очень сложно. Вы знаете о всех, так сказать, механизмах государственных, которые сегодня нацелены на освобождение человека, так сказать, от лишних всяких движений. Там, ну,
самый простой пример, там многофункциональный центр там, и так далее. Это в реальном времени можно подавать там, какие-то запросы государственным системам и так далее. Дальше. Это низкая стоимость технологий. Мало того, не просто низкая, порой бесплатное совершенно пользование этими технологиями. Доступность цифровой инфраструктуры для каждого человека. И самое главное, что позиционировать может себя в преступном мире, да, и вообще, так сказать, касается преступников, это анонимность источника вообще как инициации каких бы то ни было действий. То есть можно делать все, что угодно, но при этом дойти до конкретного, значит, инициатора, хоть позитивного деяния, где человек в этом заинтересован, а тем более негативного, когда он в этом не заинтересован, чтобы до него дошло это, дошли, так сказать, какие-то репрессивные институты, то вот все это существование человека в гибридном мире сегодня превращает вообще преступность в совершенно другую субстанцию. Технологии цифрового мира, они всем известны, когнитивные, облачные, большие данные, интернет вещей и так далее. Я только-только их продемонстрирую всего лишь. Виртуальные валюты, система блокчейн, которая сегодня, кстати говоря, вспоминая, так сказать, Льва Викторовича Вертовского, который, так сказать, уже пытается систему блокчейн, я тоже знаком очень хорошо с его этой идеей, Бруден, он ее уже давно позиционирует. Да, система блокчейн, которая работает на систему уголовного судопроизводства, уголовного правосудия. Что собой вообще представляет кибербезопасность, чтобы понимать, что, какой ресурс при этом должен быть уголовно-правовой на нее направлен? Вот здесь два момента. Первый. Во-первых, всякая кибербезопасность – это защита виртуального, прежде всего, информационного пространства от тех угроз, которые позиционируют себя внутри этого самого виртуального пространства. Это раз. И дальше – это защита реального и виртуального информационных пространств от тех киберугроз, которые способны нести ущерб жизненно вашим интересам, которые функционируют. Вот они киберугрозы, но они реально функционируют и в виртуальном мире, и в реальном мире себя проявляют. То есть вот это вот два блока кибербезопасности, которые в свою очередь могут быть обеспечены соответствующим образом уголовно-правовыми ресурсами. Вы знаете о всех, наверное, этих преступлениях, особенно молодежь. Да, я специально взял, так сказать, из обычной, вот это вот обычная студенческая презентация, вот это вот не мое, скажем, перечисление. Вот эти вот все перечни, все перечисленные здесь, и далеко не все, потому что есть еще давняя конвенция 2001 года Совета Европы, так сказать, которая связана с предупреждением киберпреступлений, где 14 видов вообще преступлений, которые позиционируют себя в киберпространстве, являются результатом, так сказать, функционирования в киберпространстве. Наверное, знаете о том, что существует, так сказать, масса у нас субъектов, которые занимаются проблемами обеспечения кибербезопасности. Известная компания Group ID, которая постоянно публикует в открытом доступе свои отчеты о состоянии киберпреступности. Еще один момент. Обратите внимание, лаборатория Касперского, я специально здесь обращаю внимание на ссылку на этот сайт, потому что это интерактивная карта киберугроз, которая в режиме онлайн себя демонстрирует. Постоянно вы можете зайти в интернет и в режиме онлайн посмотреть, как на территории всего земного шара отслеживаются постоянно кибератаки. Вот они здесь перечисляются, все киберугрозы, которые и в количественном выражении можете обратить внимание. Вот в России на тот момент, пока я делал этот скриншот, в России на этот момент только, так сказать, одной, так сказать, из форм DDoS-атак, да, 2 миллиона 426 тысяч так и так далее. А ведь смотрите, это же на самом-то деле каждая такая атака информационная — это преступление с точки зрения уголовного закона. И на нее реакция какая-нибудь есть правоохранителя? Никакой. Совершенно. Отчасти только существует подразделение КАМИ Министерства внутренних дел Российской Федерации, то аналогичное подразделение ФСБ, конечно же, есть, да, которые что могут своим ресурсом отследить, то и отслеживают. А уголовных дел сколько возбуждается? Крайне мизерная ситуация. Но здесь есть одна деталь. И она существенно важна для обоснования необходимости цифрового введения или разработки цифрового уголовного закона. Каждая такая атака, которая фактически является преступлением с точки зрения уголовного закона, моментально блокируется и нейтрализуется. То есть субъект, который не является правоохранительным органом, который является, скажем так, ну,
коммерческой структурой, да, фактически выявляя это преступление, он нейтрализует это преступление. То есть реакция моментальная на нейтрализацию фактически преступного поведения в киберпространстве. А как быть со всеми другими вообще преступлениями, которые совершаются в киберпространстве? Вот эти вот киберугрозы, которые возникают постоянно, которые они тоже имеют свой информационный ресурс, да? Но и кибертерроризм, и кибершпионаж, и угрозы со стороны внутренних преступных группировок, и уход от налогообложения с помощью, допустим, тех же самых криптовалют, и осуществление незаконной предпринимательской деятельности в киберпространстве, и интерактивная манипуляция различным сознанием различных групп населения, что связано с когнитивными технологиями. Эти-то преступления себя проявляют постоянно, а реакция на них какая? Очень простая, но совершенно неэффективная, абсолютно. Федеральный закон, так сказать, об информации, информационных технологиях. Обратите внимание, статья 15, может быть, кто-то знает, так сказать, практику применения этой нормы. Обратите внимание, кто является субъектом вообще инициации какого бы то ни было закрытия, да, информации. Причем мы очень часто используем термин «блокировка», такого термина в законе нет. Ни о какой блокировке речи нет. Речь идет только об ограничении доступа к такой информации. То есть перечисляется вся информация, которая наносит ущерб по, опять-таки, уголовному закону, и связанная с пропагандой терроризма и экстремизма, и связанная с различными другими, так сказать, преступлениями, которые с когнитивными технологиями, группы смерти там, и так далее. Можно было бы сейчас очень много перечислять всех этих сюжетов. Да? И только по решению генерального прокурора, либо его заместителя, который должен, если он еще, так сказать, до него эта информация дошла, он должен обратиться в соответствующий там Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор должен оперативно отреагировать и послать соответствующую бумагу субъекту позиционирования этой информации. Да? И только потом, сколько времени пройдет, а преступление продолжает совершаться. То есть криминогенный потенциал этой преступности, да, он, по сути дела, вот, если он единственно таким контролем обеспечивается правоохранительным, больше никакой реакции нет. Это прямая аналогия. Представьте себе, да, вот происходит на улице какое-то преступление. Да, самое обычное, самое банальное. Нападает, допустим, какой-то там злодей на какого-то прохожего на глазах у полицейского. Да? Полицейский, не реагируя ни на какие действия этого нападающего, докладывает генеральному прокурору, сколько времени пройдет, да? Генеральный прокурор докладывает там по инстанциям ниже, и пошло и поехало, и преступление это, будет оно вообще предупреждено или пресечено? Вот с такой ситуацией, я думаю, что это категорически неправильная ситуация с точки зрения вообще какого бы то ни было предупреждения прежде всего. А вот дальше появляются такие еще дополнительные инструменты. Блокировка сайта, основания, риски и дальше возможности предотвращения. Оказывается, этот механизм еще можно предотвратить. То есть механизм государственного контроля над различными киберситуациями, которые представляют из себя угрозу. Оказывается, еще можно, есть механизм ее предотвращения. То есть, все. Проблемная ситуация заключается именно в том, что сегодняшние традиционные средства, в том числе и уголовно-правовые, направленные на минимизацию вообще каких бы то киберугроз, да, то есть о киберугрозах вообще не говорится, они направлены на традиционные угрозы, при всем том, что нарастают в виду современных угроз. И киберугрозы, реакция на которых совершенно несоизмерима с традиционной, которая существует до сих пор. Поэтому решение проблемы я лично вижу именно в том, что должен создаваться модернизированный ресурс цифровой, который, конечно же, он должен быть абсолютно отлаженный с точки зрения безупречности правовой. Он должен сопровождаться соответствующими фильтрами, там, в том числе цифровыми, чтобы избежать каких-то ошибок юридических и так далее. Но тем не менее, с точки зрения оперативного реагирования на киберугрозы в виртуальном пространстве, он должен быть именно таким. Ну, и я еще раз вот здесь хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет ни в коем случае не о создании какого-то нового универсального уголовного кодекса. Нет, речь идет просто о том, что вот этот ресурс уголовно-правового воздействия на преступность, он должен себя реализовывать в этом самом киберпространстве. Конечно, в этом случае правоохранительная деятельность не должна, наверное, так сказать, быть в стороне от всего этого, но тогда требуется модернизация и самой правоохранительной деятельности. И главное, для чего нужен цифровой уголовный закон, помимо всех аргументов, которые я здесь сказал. Во-первых,
Об этом говорил, кстати говоря, и Харлан Джафарович Алекперов, да, когда демонстрировал свою программу цифровизации правосудия. Да. Я еще раз подчеркиваю, но эта программа была направлена на некое обеспечение цифровое существующего правоохранительного ресурса. Я же говорю о самостоятельном правовом ресурсе, который должен быть включен в систему виртуального контроля над преступностью. И объективность, и целенаправленность, и законность, и адекватность, и оптимальность, и неизбежность ответственности, и беспристрастная в этом случае тоже. Это все принципы, которые очень легко себя реализуют в этом случае. Поэтому цифровой безопасности, безусловно, нужен совершенно, так сказать, унифицированный цифровой уголовно-правовой ресурс. Ну и завершая, так сказать, уже свое выступление, да, я на одном только обстоятельстве. Я вижу, вот в цифровизации, ориентированной на формирование, укрепление и развитие искусственного интеллекта, в том числе в сфере правоприменения и правоохранения, включая уголовно-правовое охранение прежде всего, и нацеленное на него адекватное и оптимальное применение уголовного права. Мне представляется, что это становится главным ресурсом сегодня грядущих уголовно-правовых и в целом уголовно-политических новаций. Но что для этого делать, у меня тоже есть предложения. Эти предложения касаются большей частью сферы образования, потому что мне кажется, что я систему образования нашего юридического нужно переводить на такие форматы. Да, то есть мы должны вдохновлять наше студенчество на разработку таких систем вместе с представителями IT-сообщества. Пытаться разрабатывать эти системы, которые постепенно должны создать вот эту базовую площадку, интеллектуально-технологическую площадку для более совершенного построения системы цифрового уголовно-правового воздействия. Ну и наконец, если мы это с вами не сделаем, то это безусловно сделают специалисты в области IT-программ, IT-технологий, IT-ресурса, потому что то, что сегодня происходит, вот то, о чем я вам сейчас говорю, и то, что я сейчас пытаюсь, к чему я пытаюсь призывать и обосновывать, что пытаюсь, да, дорогие мои коллеги, это уже делается. Это уже происходит. Понимаете? И в этом случае я как специалист в области уголовного права и криминологии вообще, так сказать, понимаю, что я очень рискую, потому что я, призывая к наше юридическое сообщество, уголовно-правовое сообщество, призывая, так сказать, к объединению усилий вместе с IT-специалистами для создания таких систем, наверное, уже, так сказать, опаздываю. Но все равно говорить об этом нужно и делать это нужно, и это, наверное, наша самая ближайшая перспектива. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Петрович. Я думаю, далеко ходить не стоит, потому что наверняка будут вопросы по вашему интересному докладу. Первый вопрос, я думаю, от нашего президента клуба, Дмитрий Анатольевич. Да, Сергей Петрович, я вот сначала, как вот я слушаю, во-первых, спасибо за доклад, как всегда, с удовольствием, как и все остальные, выслушал. Ну и когда я слушал вот это, как вы сказали, развитие вашего доклада, который был сделан в 2014 году, его, тем более, что вы его сузили до уголовного права, да? Да, сегодня до ресурса, только до уголовного права. До ресурса, да. И сначала я все хотел спросить, как мне совсем было понятно, хотел вас дать определение, что же все-таки такое цифровизация уголовного права в вашем представлении, так сказать, мне было не очень понятно. Но потом в заключение вы, так сказать, на последнем сайте, вроде вы мне, так сказать, предупредили мой вопрос, и я его сейчас задавать не буду. Ну, тогда более конкретные вопросы в развитии вашего доклада. Ну, первые два вопроса будет у меня. Первый доклад, ну, все-таки вот из того, что надо, значит, цифровывать ряд моментов, связанных с совершением преступлений, вырисовываются какие-то, может быть, новеллы в области уголовного права. А именно, может быть, вы предлагаете какие-то новые составы преступлений, если брать особенную часть, либо квалифицирующие обстоятельства, связанные вот с этой IT-технологией, технологиями, либо, если, может быть, подсказываю какую-то мысль для развития в области общей части уголовного права. Но я не думаю, что здесь можно было бы изобрести, в всяком случае, в ближайшее время какой-то новый вид наказания, но вот новый вид, может быть, какие-то вы предлагаете
новые виды иных мер уголовного правового характера? Это первый вопрос. Второй вопрос, после паузы задать или сразу? Нет, нет, почему же, можно... Как вам удобно? Ну, мне удобно, и так, я воспринимаю... Ну, давайте, отвечу. Я воспринимаю эти вопросы, во-первых, потому что эти вопросы в некотором смысле являются вопросами и для меня. Я сам, так сказать, вынужден над этим думать постоянно и с коллегами это дело обсуждать. Вот вы знаете, жалко, что нету Сергея Федоровича Милюкова сейчас, да? Я на последней конференции, когда мы встречались, значит, вот многие коллеги были там, да, Екатерина Николаевна Рахмановой на факультете, на филиале, Санкт-Петербургском филиале университета правосудия, да, там выступал Сергей Федорович, говорил о своей программе, немножко, так сказать, ну, о своем видении, там, как нужно вообще с современными преступниками себя вести и так далее. Я тогда всех сказал... Стенку, всех стенку. Да, нет, как ни странно, я вам сейчас скажу нет, потому что всех стенки эта позиция известна, Сергей Федорович, да, вот, но я тогда немножко предвосхитив его предложение, я тогда прямо, так сказать, в этой аудитории я громко ему сказал, я говорю, Сергей Федорович, я вовсе, так сказать, не стопроцентный сторонник идей уже уважаемого профессора Гелинского, Якова Ильича, потому что, так сказать, чрезмерная либерализация там, она тоже нам в какой-то степени, это не наш путь, да, не наш метод, да, вот, но уж против чего я точно, я ему сказал, это против ваших предложений. И понимаю, как я ошибся, потому что он сказал, а предложение у меня будет очень простое. Вот в условиях цифровизации главным, самым страшным наказанием вообще для любого преступника является лишение его доступа к какой бы то ни было информации. Да? Вот лишите его вот этого, да, он сказал, вот этого, лишите его. И все, и это лишение свободы в современных условиях. И я это абсолютно понимаю. Представьте себе, на один день откажитесь от этого прибора. Хотя бы на один день. Вы почувствуете себя, ну, мягко говоря, не мокрым, может быть, даже страшно. Отказался на пару дней от прибора. Нет, ну вы можете восхищаться, говорить, слава богу, меня никто там не досаждает какими-то пустыми звонками. Но главное вообще система, главный смысл, да, лишение свободы, это лишение человека контактов с его привычной средой. Сегодня единственным инструментом такого контакта является соответствующий гаджет. Да? Но нет, я понимаю, что это не единственное, скажем так, средство, да, есть всякие другие, но оно безусловно результативно. И вот в этом смысле цифровое наказание, наверное, оно тоже может иметь свои соответствующие последствия, вот, и соответствующее свое развитие, новые форматы какие-то, которые связаны именно с этим. То же самое чипирование, которое предлагает Ханлар Джафарович Аликперов, да, я тоже понимаю, что это в некотором смысле, да, это тоже, это система контроля. Понимаете, ведь главное... У нас традиционная система наказания во всех абсолютно странах, она примерно одинаковая, да? Она почему-то до сих пор рассматривает единственная репрессивная мера, так сказать, помещение человека в какие-то изолированные условия. Если мы посмотрим, так сказать, на уголовное право, на уголовно-исполнительное право, кстати говоря, сторонником которого я не очень являюсь, но тем не менее, на вообще на процессуальные механизмы, какие бы то ни было уголовно правовые, да? Они сегодня демонстрируют себя в так называемом, ну, простите, уже я уже несколько раз употребляю, ручном аналоговом режиме, а могут себя демонстрировать с учетом цифровых технологий совершенно в другом, так сказать, качестве. И это будет иметь гораздо больший эффект, причем гораздо более гуманный, чем те, которые существуют сегодня. И в том числе и режим содержания в местах лишения свободы, который лишен фактически какой бы то ни было серьезной психологической коррекции, а она должна быть, ну и так далее. То есть можно, я понимаю, что еще раз почувствую, мне приходится все время оговариваться, я вовсе не пытаюсь быть, но... Семен Игоревич, еще будут вопросы. Хорошо, то есть могут быть. Дмитрий Анатольевич, могут быть системы обеспечения уголовной ответственности с помощью наказания, которое имеет свои соответствующие цифровые, так сказать, я понял, да. А вот насчет квалифицирующих обстоятельств вы не думаете? Насчет квалифицирующих обстоятельств. Мне кажется, я не сторонник вообще утяжеления уголовного закона. Вот сколько бы раз я не обращался к уголовному кодексу, так сказать, хоть к общей, хоть особенно его части,
Я откровенно вам скажу, я не вижу серьезного... При совершении какого-то преступления, да, с использованием это, IT-технологий, это, вот, как квалифицирующие обстоятельства конкретно состава... Вы знаете, в условиях, когда преступность, так сказать, это криминологами многими подчеркивается, я об этом говорю, что в условиях, когда преступность потихонечку вся перетекает туда, и это как раз особенность, это демонстрирует очень легко нам уголовная статистика, которая все время снижается, на самом деле она просто преступность переходит в другое пространство. Вот и все. Так в этих условиях гораздо более эффективным все-таки является цифровой ресурс ее обнаружения и контроля над ней, а не тот сегодня, так сказать, аналоговый, который существует. Поэтому я думаю, что не надо. Не надо трогать, короче говоря, уголовный кодекс вот, с точки зрения его содержательной части. Да, мне немножко неудобно, что я злоупотребляю своими, так сказать, вопросами. Ну, может, кратко можно будет ответить на следующий и последний мой вопрос. Постараюсь быть кратким, хотя вот меня тема так возбуждает, что мне нужно быть кратким. Как раз в связи с участием Бугара Хуадовича на нашей беседе, специалиста по как раз компьютерной безопасности, и в связи с тем, что ваша возглавляемая новая кафедра, которую вы возглавляете, тоже называется экономической безопасности. И я бы хотел так спросить, а в чем все-таки опасность? Опасность именно применения цифровых технологий в уголовном праве. Не в преступности, да, не в IT-преступности. Есть, опасность есть. Опасность есть, хотя мне представляется, что она гораздо меньше, нежели та опасность, которая проистекает от системы правоохранения, повсеместно, так сказать, коррумпированного и абсолютно, так сказать, непрофессионального. Это вот я сейчас не своими словами, я могу сослаться на многие источники информации, которые об этом свидетельствуют. То есть, но опасность есть, конечно. Опасность есть хотя бы в том, что общество к этому пока еще не привыкло, правоохранительная система еще более к этому не привыкла. Значит, есть опасность отторжения, есть это объективная, скажем, ситуация, неприятие вот этого механизма абсолютно, да, для использования его в качестве, так сказать, пересечения. И есть другая еще опасность. Есть все-таки опасность рисков. Риски, которыми насаждена сегодня вся, значит, весь вот этот простор искусственного интеллекта. Но эти риски, конечно же, есть, но при этом они могут сопровождаться, опять-таки, нашим активным участием по созданию соответствующих уголовно-правовых фильтров, которые, наверное, будут в какой-то степени отслеживать эту ситуацию. В конце концов, решение принимает человек. Решение должен принимать человек пока еще, да, потому что только человек обладает неким эмоционально-интеллектуальным ресурсом, которым искусственный интеллект обладать не может. Да? Но для этого человеку должны быть предоставлены, для принятия его решения предоставлены какие-то модели, которые гораздо более объективны по своему содержательному потенциалу. Вот. Спасибо. Георгий Васильевич, видел, поднимали руку. Немножко не совсем узко, вот как вы рассказывали. Коротко. Как конфликтолог, это уже давно на кафедре конфликтологии в СПБГУ, я 15 лет работал, и мне стал очевиден конфликт. И у него как бы две стороны. Люди за тотальную, в общем-то, виртуализацию. Чем больше мы реальности переведем в виртуальность, это их цель. А другая сторона – это люди, которые сопротивляются оцифрованию. Вот в образовании Четверякова такая Ольга у нас в стране борется, чтобы образование осталось традиционным, школьное. А Греф Кудрин борется, чтобы все было виртуализировано. Вы понимаете, что вы, вот, предлагая такой доклад, такой подход создания модели, поддерживаете ту сторону, которая за виртуализацию. Вы это осознаете, ответственность свою? Потому что я не верю в человечество, в всех разговорах о интеллекте, вот этому как бы искусственном, что оно такой единый социокультурный объект. Ну, не верю. Оно состоит из локальных цивилизаций, которые противоборствуют друг другу. И вот тут этот конфликт, он, в общем-то, мне непонятен. Вы его вообще чувствуете или нет? Я исхожу из того, что сегодняшняя система обеспечения правового контроля над этими угрозами, она обладает гораздо меньшей эффективностью с точки зрения, какой она может быть, если она будет цифровизирована или оцифрована. Вот это первый тезис. Да? То есть я абсолютно убежден в том, что сегодня соединить эти две части, источник киберугрозы
и тот самый аналоговый ресурс, который присутствует в системе правоохранения сегодня, можно только одним путем. А что, нейтрализовать виртуализацию? Каким предупреждением? Подождите, подождите, предупреждением чего? Нет, это я вам. Предупреждением чего? Я могу. Это уже выступление. Не надо, да. Сейчас дискуссия будет. Слишком остро с самого начала. Я вам сказал о принципе. Понимаете? Я, как специалист в области криминологии, очень обеспокоен тем, зная сегодняшнюю систему правоохранения, и вы, кстати говоря, один из фактов этой системы продемонстрировали в своей реплике в отношении генерала там и так далее, да? То есть сегодня решаются очень многие вопросы, но, опять-таки, в аналоговом режиме, да? По звонку, там, по системе, так сказать, там, кумовства, как угодно, да? А я говорю о том, что эта система, она безупречна с точки зрения вторжения в нее человеческого ресурса со всем своим коррупционным потенциалом. Спасибо. Салман Марич. Семен Яковлевич, спасибо за интересный доклад. Я уже третий раз вас слушаю и прочитал ваши выступления, доклады. Но, тем не менее, для себя никак не могу определиться в вопросе. Вот вы говорите о цифровизации уголовного закона. А разве у нас уголовный закон не оцифрован? Разве мы не пользуемся различными электронными и прочими текстами при своей работе? Или второй вопрос, другой вопрос. О каком цифровизации идет речь? Речь ведем о цифровизации и защите IT-технологии самих по себе посредством уголовного закона, либо речь ведем о защите общественных отношений, на которые посягает посредством использования IT-технологий. Речь идет о защите общественных отношений от тех угроз, которые себя позиционируют в киберпространстве. Вот вы привели... Я вот две эти модели, я их видел, что есть защита защита от тех последствий, которые в самом киберпространстве себя проявляют, а есть защита тех последствий, которые проявляют себя за пределами этого киберпространства, которые связаны с когнитивными технологиями, например. Да? Когда последствия тяжелые, они не в киберпространстве, они за его пределами, но инициированы они и реализуются они в киберпространстве. И я вам говорю о том, что я подчеркиваю, уважаемые коллеги, что я не знаю очень многое из того, что для меня тоже является вопросом. Для меня очень многие проблемы, о которых вы говорите, Самал Марч, для меня тоже вопросы, для меня тоже проблемы. Я понимаю только одно, что вот то, как я сейчас отвечаю, понимаю только одно, что это тот ресурс, которого, безусловно, не хватает сегодня для нейтрализации того потенциала киберугроз, который себя позиционирует в киберпространстве. Спасибо. Буквально время еще на один вопрос. Будет вопрос, Николай Андреевич, пожалуйста. Многие граждане высказывают опасения, что борьба с цифровой преступностью и создание систем цифрового реагирования, цифрового тотального отслеживания и контроля может привести к созданию некого электронного цифрового концлагеря уже для всех граждан, а не только для правонарушителей. Есть ли такое опасение, для такого опасения основания? Есть такое опасение, только я не называл бы это концлагерем. Но... Система социального кредита Китая. При всем том, я думаю, что последнее интервью Владимира Семеновича Овчинского, корреспондента «Комсомольской правды», хотя были и до этого разные другие интервью, но очень ярко демонстрирует нам то, что и, так сказать, выступление Синцзяо Пинь, да, который говорил о том, что, так сказать, данные превыше, так сказать, каких бы то ни было отношений. Да, но вот все зависит ведь от того, в чьих руках инструмент. Вы абсолютно правы, что я не могу предостеречь, скажем так, от его использования, этого инструмента, в неблаговидных целях кем-то. Понимаете, может, наверное, да, но чем мы можем, альтернатива, каким ресурсом мы можем предупредить, или напротив, не столько предупредить, сколько, скажем так, повысить эффективность реального правоохранительного контроля по обеспечению безопасности граждан от преступности. Чем? Вот это я говорю только, я говорю о том, что в реальном мире себя проявляет. А тут нарастает вал киберугроз, от которых вообще никто не защищен. Простое исследование проведем сейчас в этой аудитории.
Очень простое. Скажите, пожалуйста, кому-нибудь приходили, так сказать, вот звонки по поводу или, так сказать, какие-то смс-ки, значит, которые изначально представляют из себя мошеннический прием, значит, изъятия там средств там со счета вашего, так сказать, с вашего телефона. Ну вот просто вот, вот давайте посчитаем. Да? Ну, так, ну просто это интересно же, да, вот, вот ну. Это что? Это каждый из вас, потерпевший от преступления? Ничего подобного. Какая реакция? А что, кто сказал? Ничего подобного. Никакого вреда не открывает. Вообще вы не открывали. Да вы что? Да. Подождите, я же говорил, это что, значит, можно не открывать. Но это соответствующая, это профилактика, которая должна быть, да? Каждый день в интернете, каждый день новый вид мошенничества, новый способ изъятия ваших денег, новый. Это все читают? Технология ведет туда, куда хотят идти. Это вы как специалист. А те люди, граждане обычные, которые с этим живут, да, я более даже, я задаю вопрос своим студентам, я говорю, а вы знаете, вот прежде чем задать этот вопрос, я им задаю другой, очень простой. А вы знаете, сколько денег у вас на счету, например, на вашем телефоне? Вот скажите, кто точно знает с точностью до одной копейки, сколько денег у него сейчас на счету на телефоне? Деньги только вот здесь. А? Или дома, то не деньги, то виртуальные. Что значит виртуальные? Вы за них, вы за них. А вы этими деньгами платите за телефон или нет? Это не ваше. Но при чем тут ваши или не ваши? Деньги-то все равно ваши. Деньги уже платят. Ну понятно, что есть там фиатные деньги, есть кибер-деньги. Это не важно, но они все равно, они же существуют. Двигаться дальше. Спасибо за ответы, спасибо за вопросы. Острая проблема, много, да, еще больше нерешенных проблем. Переходим к следующему нашему этапу. Рубрика «Заявленные выступления». Семен Яковлевич, пока можете присаживаться. Спасибо большое. Большое спасибо всем. Я думаю, что дискуссия не закончена. Начальник кафедры уголовного права университета МВД. Лариса Владимировна Гочина, пожалуйста. Что хотелось бы отметить перед выступлением Ларисы Владимировны, то, что все выступающие в данной рубрике очень активно привязывались к докладу Семена Яковлевича, то есть отмечали те или иные его стороны. Это очень приятно, когда всецело исследователи подошли к проблеме и ее изучили и отражают в своих выступлениях. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. У нас, если посмотреть стратегию национальной безопасности Российской Федерации, то там у нас констатируется, что у нас давно уже появились новые формы противодействия таким видам и методам совершения преступлений, как информационные, телекоммуникационные и высокие технологии. И вот этот метод совершения преступных деяний характерен для преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, к сожалению. Общественная опасность таких деяний значительно выше в связи с тем, что увеличивается криминогенность информационного пространства той же глобальной сети интернет. Именно открытость и доступность этой сети стала тем фактором, который способствовал увеличению спроса на наркотики именно через поисковые системы. Также, к сожалению, необходимо констатировать, что именно поисковые эти системы сегодня используются нашими наркопотребителями очень активно для приобретения определенных доз. Значит, Уголовный кодекс уже отреагировал, как мы знаем, на этот фактор. Ну, в частности, если посмотреть пункт Б статьи 228 прим. 1, в части 2, да, то там у нас есть такой отягчающий признак, как, значит, совершение деяния, связанное с использованием электронных либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе включая сеть интернет. Однако, конечно же, уголовного закона, который обладает значительным потенциалом противодействия преступности, сегодня недостаточно. Если посмотреть статистику, официальную только, да, которая вот открыта сегодня, ну вот, допустим, я глянула за последний отчетный год, за 18-й, там констатируется, что из количества, из всего объема лиц, осужденных за деяния в сфере незаконного оборота наркотиков, на осужденные за сбыт таковых около 20%. В моем представлении это очень много, потому что, ну, ни для кого не секрет, приобретая наркотическую дозу у другого лица, одновременно происходит и его сбыт с другой стороны. Да? То есть, если мы привлекаем в уголовную ответственность только 20%,
Это как раз говорит о том, что, наверное, около 80% находится в латентном массиве. С точки зрения теории, а также опираясь вот на эти статистические показатели, нужно констатировать, что потребность именно в установлении связи между цифровизацией наркопреступности и противодействия ей, с одной стороны, а также наркобезопасностью, с другой, это сегодня, в общем-то, необходимость. И вот цифровизация наркопреступности связана не только с самим сбытом наркотиков. В этой связи я согласна с Семеном Яковлевичем в том, что сегодня необходимо констатировать явную неготовность нашего законодателя и, главное, правоприменителя адекватно реагировать вот на происходящие в мире вот эти технологические перемены. Между тем, использование различных современных технических устройств эффективно при выявлении, в том числе, вот, избыта наркотиков, особенно я бы отметила на стадии приготовления сбыта. Потребность в этом обусловлена в первую очередь тем, что зачастую серверы, через которые осуществляется поиск клиентов, очередных покупателей наркотиков, находятся за границей. Вот, и однако же техническое отслеживание вот такой переписки, в частности, оно позволяет выявить место, время будущего сбыта, соответственно, позволяет увеличить процент пресечения таких наркопреступлений и уменьшить число потребления наркодоз. В общем-то, для обеспечения эффективности такого направления в правоохранительной деятельности, я также согласна с Семеном Яковлевичем, что требуется целенаправленное, а также масштабное объединение профессиональных научно-аналитических потенциалов как экономистов, так юристов, так и информационных технологов. Также нельзя не согласиться и с мнением Джо Фарли, который указывает на потребность в правовой платформе для применения вот этих современных цифровых технологий. Это связано с их универсальностью. То есть они применимы у нас и к правоприменителями, но также, к сожалению, они применимы и преступниками. Несмотря на расширяющуюся потребность в них, такие технологии должны применяться, в моем представлении, в правоохранительной деятельности не всеми сотрудниками правоохранительных органов. Для этого необходима их специальная профессиональная подготовка в период получения образования. И по вопросу применения электронных весов правосудия, которая, вот сама концепция была действительно нами озвучена вот в стенах нашего криминалистического клуба «Ликперова», я бы тоже хотела сказать два слова. Я считаю, что в данный момент применение вот таких технологий очень затруднительно. В первую очередь это связано с несовершенством законодательных конструкций статьи Уголовного кодекса, в частности, тех же статей, которые посвящены деяниям в сфере незаконного оборота наркотиков. Ввиду этого обстоятельства именно подобная технология, в моем представлении, не сможет обеспечить вынесение справедливых и объективных судебных решений. Вот. А вот что касается высказанного, сейчас я достаточно бурно обсужденного вопроса о перспективе информационной изоляции преступников, от перспективы, да, ну, наверное, направления, ну, проектного направления наказаний, я бы хотела сказать, что я считаю, что это очень даже актуальное и, наверное, результативное направление. Ну, по крайней мере, в теоретическом смысле оно нуждается в научной вот такой разработке и апробации. Спасибо. Я хочу сказать, что всегда важно для наших заседаний то, что появился дискуссионный момент и несогласие Ларисы Владимировны с одним из положений о том, что не нужны вот такие квалифицирующие обстоятельства. Где-то они нужны и оправданы. Квалифицирующие обстоятельства с точки зрения вот оппонента вашего. Ну, можно подумать об этом. Да, об этом можно говорить дальше. Очень жалко, что не приехал к нам Ханлар Джафарович, на которого часто мы ссылаемся, но благодаря Николаю Валентиновичу он примет заочное участие, посмотрев это. Он всегда благодарит это за то, что он может хотя бы виртуально приобщаться. Спасибо, да, спасибо. Да. Следующий доклад нашего гостя из Москвы, доцента кафедры экономической безопасности университета Косыгина, Гора Фуадовича Джафарали. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну, я свою точку зрения насчет концепции тезиса, высказанного Семеном Яковлевичем, уже на сайте криминологического клуба высказал.
не хочу повторяться, тем более я понимаю, что я все-таки не основной докладчик и, соответственно, должен сказать какую-то свою реплику. Так вот, в чем я вижу главную созвучность цифровизации уголовного правового ресурса, то есть создание цифрового уголовного правового ресурса, уголовного правового закона. Значит, на мой взгляд, в значительной степени и практически идентичен этот процесс является процессу формирования и развития системы криминологической безопасности в сфере информационных технологий. Причем этот процесс должен сопровождаться прежде всего созданием, значит, формированием трех ресурсов, трех относительно самостоятельных ресурсов. Это уголовно-правовой ресурс, криминологический ресурс и информационно-технологический. Но дальнейшее их развитие должно осуществляться, несомненно, только лишь в комплексе. Причем это должно быть осуществлено так, чтобы каждый из этих ресурсов присутствовал в остальных двух. Так вот, совершенно очевидно, что эта система оцифровки уголовно-правового ресурса, она должна сопровождаться следующими очень важными факторами, которые, собственно говоря, присутствуют в нашей повседневной антикриминальной деятельности. Во-первых, должен происходить, почему мы говорим, что это взаимодействие, постоянное комплексное взаимодействие, прежде всего, это предварительный сбор и оценка необходимой криминологической информации о состоянии киберпреступности, что должно делаться путем осуществления мониторинга с использованием существующих цифровых технологий, ну, прежде всего, технологии Big Data, большие данные. Во-вторых, оцифровка данных должна осуществляться, оцифровка данных по уголовным делам. Кроме того, наполнение должно осуществляться за счет административных материалов, за счет данных, оцифрованных данных, отказных, отказов в возбуждении уголовного дела, что позволит наполняемость осуществить таким образом, что мы будем изначально располагать какой-то достаточно значительной, значимой базой данных. Третье, в чем я видел бы решение этого вопроса, заключается в создании в отношении каждого лица, склонного к устойчивому антиобщественному поведению, ну, условно назовем это цифровой диагностической картой, ЦДК, наполняемость которого будет осуществляться как за счет информации, обозначенной в предыдущем пункте, так и при дальнейшей противоправной деятельности данных лиц, такими данными, как приговоры, личные дела осужденного, сведения из уголовно-исполнительной инспекции, а также за счет иной цифровой информации, что позволит вносить в отношении обвиняемого подсудимого законное, обоснованное и справедливое решение. Далее, необходимо произвести цифровизацию информации правового характера, прежде всего, конституционных норм, решений и предписаний Конституционного суда, рекомендаций международных и отечественных правозащитных организаций, весь массив данных в сфере уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, как ныне действующего, так и действовавшего ранее. Далее, с помощью существующих и специально разрабатываемых норм программ искусственного интеллекта провести цифровой анализ текста действующего уголовного закона на предмет выявления и устранения в нем а. несоответствий между уголовно-правовыми запретами и санкциями за них с вероятными общими рекомендациями в виде оптимального вида и срока уголовных наказаний. Б. логических ошибок, связанных с нестыковками между утратившими силу и новыми законами. В. несоответствие между материнскими и специальными составами. Г. уголовно-правовой тавтологии между различными смежными нормами. И, наконец, Д. нахождение норм клонов, которыми сопровождается, к сожалению, вот этот вот не совсем правильный процесс кибертрансформации традиционных составов преступлений, когда какой-либо способ позволяет некоторым специалистам, а возможно и, в принципе, мы говорим, в общем-то, законодателям, создание новых составов киберпреступлений, тогда как это все-таки то же самое традиционное преступление, когда криминализируется фактически способ или средство совершения этого преступления.
Представляется необходимым охват всех стадий сопровождения преступного деяния, то есть с момента его обнаружения и до окончания срока действия уголовной ответственности, то есть до снятия или погашения судимости. В данной ситуации, во-первых, необходимо осуществлять на первоначальной стадии обнаружение и фиксацию правонарушений. Что необходимо для этого делать в плане применения цифровых технологий? Это использование стационарных видеокамер или мобильных цифровых устройств с искусственным интеллектом, например, беспилотных летательных аппаратов, дронов, оборудованных видеокамерами с функцией распознавания лиц и распознавания эмоций, способных не только передавать оперативную картинку, но и преследовать и стигматизировать преступников, а при необходимости обездвиживать их до прибытия наряда полиции. О чем я говорю, эти технологии уже реально существуют. Но представим ситуацию, Семен Акадьевич об этом частично сказал, я тоже со своей стороны вот такую картину могу привести. Предполагаем, что девушка идет по безлюдному месту в темное время суток, и к ней подходит какой-либо мужчина. Все это фиксирует камера, которая не только распознает лицо, но и распознает эмоции, которые происходят с этой девушкой. Распознает эмоции, после чего автоматически, так как все-таки это интеллектуальный, искусственный интеллект, определяет, происходят ли в отношении этой девушки какие-либо противоправные деяния и как следует реагировать. Далее, в следующей стадии необходимо на стадии выявления, пресечения и раскрытия преступлений полностью может свой потенциал реализовать органы силы и средства оперативно-розыскной деятельности, а также применение достижений современной цифровой криминалистики, форензики. Далее, предварительное расследование, установление всех объективных обстоятельств по уголовному делу, изучение личности обвиняемого, предполагая использование оцифрованного уголовного правового ресурса, приобщение актуальных данных с цифровой диагностической картой. Далее, уже на стадии рассмотрения дела в суде и квалификации, окончания квалификации и уголовно-правовой оценки деяний в приговоре. Необходимо возможно использовать оцифрованный уголовно-правовой ресурс, данные цифровой диагностической карты, электронные системы определения оптимальной меры наказаний, разработка Ханара Джафаровича Аликперова, технологии блокчейн в уголовном процессе и иных инновационных технологий в сфере уголовного судопроизводства. Далее, контроль за осужденным во время отбывания наказания при условно-досрочном освобождении в период судимости, в том числе и в рамках административного надзора, предполагая использование цифровых камер с функцией распознавания лиц, проект дистанционный контроль за преступностью и так далее. Я не буду отнимать долго ваше время. Вместе с тем хочу сказать, что весь этот процесс, он должен начинаться буквально со школьной скамьи. Дело в том, что длительное время у нас традиционно существовало разделение детей на гуманитарии и технарии. Так вот, с неизбежностью надвигающейся эры цифровой реальности заставляет нас задуматься над этим вопросом, и, соответственно, готовить детей таким образом с самого начала, чтобы они вообще не делились бы на технарей и на гуманитарии, потому что предполагаемая эра цифровых технологий будет предъявлять совершенно иные требования к человеку будущего. У меня все. Уважаемые коллеги, хочется поблагодарить еще раз Семена Яковлевича за очень интересную информацию. И вот одно впечатление у меня сложилось, когда я смотрела краткое содержание, тезисное, и, соответственно, отзыв, отклик свой размещала. Он, как мне показалось, согласовывался с этим общим тезисным изложением доклада. Но вот сейчас я послушала, старалась слушать очень внимательно, я просто мозг вынесла. Я теперь уже очевидно понимаю, что женское мышление, мужское – это вещи абсолютно разные. В очередной раз очень много непонятно, но тем не менее, значит, я
Не буду возвращаться, как и мой коллега, к своему отклику, а немножко мысли вслух вот, по свежим впечатлениям. Конечно, вот то, что, о чем сегодня говорится, это какая-то очень перспективная, приятная наша будущность, но возникает много вопросов действительно по поводу обучения студентов в вузах, юристов тем более. А кто их будет обучать? Вот мы преподаватели, вот таких преподавателей, как я, нужно первоначально самих обучить. Потому что я говорю, вот у меня буквально в смысле выносит мозг. От терминологии, от того, что я много не понимаю, если я не понимаю, значит, я просто плохо начинаю соображать. То есть первоначально получается, что нужно обучить тех, кто будет обучать, а потом уже обучать тех, кто будет работать. То есть, но это же тоже нужно как-то планировать, как-то перспективные планы как-то создавать. Кто этим будет заниматься? Вот это большой вопрос. Кто будет финансировать все это? Это еще больше вопрос, когда нам говорят, у нас не хватает денег. И еще одно выскажу. Я просто, вот если бы сейчас этот датчик стоял, он точно меня как террорист как убил, потому что у меня зашкаливает давление сегодня, я не знаю, с чем это связано с погодой. И поэтому я на одном еще моменте остановлюсь. Вот был задан вопрос по поводу там, номеров и концлагеря. Вот ассоциативно что-то очень такое, в будущем какое-то такое не очень радужное будущее вырисовывается. Да. Но я немножко о другом. Значит, наверное, многие здесь присутствующие, занимающиеся наукой, знают этот термин, новый появившийся у нас, во всяком случае, в стране, наукометрия. И наукометрия, в общем, причем родоначальником этого направления является зарубежный специалист, еще в 19 веке впервые он решил облегчить, улучшить, оптимизировать труд ученых. Он придумал базу данных с цитированием и так далее, и так далее, и так далее. У нас в 60-м году появились свои специалисты в этой области, которые тоже считали, что если будут объединены какие-то специалисты со своими трудами по определенным областям, цитированию и так далее, то ученым будет легче работать. К чему я это говорю? Я не знаю, как в ваших образовательных учреждениях, но вот у нас в Северо-Западном институте управления мы уже ведем личные профили, все это в компьютере. Начиная с нашего места рождения, заканчивая в каком контакте в интернете я состою. Но самое интересное, что сейчас в связи с тем, что у нас существует импакт-фактор журналов, у нас теперь появился индекс Хирша, который определяет нашу ученую способность и оценку степени нашей вообще значимости для существующего мира. В конечном итоге это показатели, которые действительно очень интересны. Но они интересны тогда, когда над тобой нет никакого контроля и когда тебя не оценивают с точки зрения финансового обеспечения тебя. А у нас сегодня в показателях у нас стоит не просто сколько я публиковала, а где я публиковалась, какой импакт-факт имеет этот журнал. И исходя вот из этого рейтинга, будут оценивать мою работоспособность, более того, будут меня финансировать. Я к чему все это опять же говорю, может быть, не очень логично. У меня существует опасение, что и в области вот этого уголовно-правового ресурса все обернется вот той стороной, не которой мы сегодня теоретически вот говорим, что да, вот это было бы хорошо, и это было замечательно. На самом деле, действительно, мы не можем отрываться от тех процессов, которые сейчас происходят в мире. Но у нас в стране как-то все происходит как по черномырдину, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. И вот все-таки и у меня существует совершенно четкое опасение, что вот этот механизм может обернуться и в отношении лиц, которые, может быть, даже не имеют прикосновения ни к противоправному поведению, ни к преступному поведению. А может быть, допустим, какие-то мысли, высказывания, действия, суждения относились к активной гражданской позиции.
а не к тому, чтобы подорвать основу там чего-то. Но трактовать ведь любое высказывание можно по-разному. Мысли вслух я хотела высказать сегодня. Спасибо большое. Уважаемые друзья, коллеги, чем хороши наши встречи? Здесь атмосфера свободной дискуссии, все-таки при уважении регламента. И здесь есть возможность быть практиком и теоретиком вместе. И это очень важно. И очень важно, конечно, мы же не можем все охватить и вообще фантазировать на все что угодно, потому что время нашей встречи даже ограничено. И у меня два момента. Почему я написал и на сайте предлагаю посмотреть свой отклик на доклад? Доклад, конечно, теоретически, академически соответствует статусу выступившего перед нами профессора. Здесь эти вопросы никто не отрицает. Но есть и другие вопросы. Вот уже до меня два или три раза упоминался документ стратегии национальной безопасности. Меня это радует. Но ведь помните, когда-то кто-то был, когда мы посвятили этому документу целое заседание. И инициатором был я. И это было 5 лет назад. И я вижу, что он не выполняется. Я анализирую, я вижу, документ не работает. Нас могут разнести еще раз. Как распадалась Российская империя в 17 году, как недавно Советский Союз. Вот о чем надо думать, когда мы заканчиваем выступление, доклад. Был интересный, почему бы не создать киберполицейского на основе цифрового ресурса, и пусть он уничтожает киберпреступника. Да я только рад буду, если это будет так же происходить безболезненно, как лежачий полицейский тормозит движение машин в дворах, и дети не гибнут. Не вопрос. Но когда предлагается в итоге, завершается то, что я прочитал, предложением создать еще одну цифровую модель, тут меня пришел в адреналин, и я почувствовал, это уже достало. Вот это слово «искусственный интеллект», за которым стоит, как за ваучером, собственно говоря, тогда тоже никто не понимал, что это. Но после этого все деньги куда-то, все имущество СССР разделилось, и я стал частью этого, даже собственником части советского имущества. А где, вот этот ваучер? Мы должны учиться на своих ошибках. Потому что их достаточно уже, чтобы научиться. И я на это хотел обратить внимание. У нас есть информационные технологии. У нас есть цифровые вещи, но мы их, общество, специалисты, не отслеживают, чиновники не внедряют. Или внедряют так, чтобы отсчитаться. В поликлинике удобнее стало. Быстро находят карточка твоя, там можно электронно пойти в поликлинику без очереди зарегистрироваться. Вот такую цифру чиновники внедряют. Но ту цифру, которая сделает нас здоровее, вот эти технологии они не внедряют. Вот те технологии, их очень много. И вот тут у меня предложение было докладчику. Давайте разведем вещи. Сегодня важно сказать, что есть технологии, но они не внедряются. Это угрожает нашей безопасности. А не создавать какую-то новую модель, чтобы обеспечить безопасность, как пишется в выводе, человека, общества и государства. Государство наше под угрозой, потому что не выполняется документ. 5 лет не выполняется. Сердце очень даже неспокойно. Тех людей, которые видели и чувствовали, как страна тогда распадалась. Поэтому мы давайте как-то так посмотрим теперь на конкретику. Мне предложили посмотреть тему безопасности как содоклад от наркотиков в оцифрованном мире. Там вообще 4 ключевых слайда. Но их не объяснить, если я не покажу постепенно все достаточно быстро. Первое – это методология. Если мы не определяемся, с каких позиций мы изучаем проблему, у нас начинается путаница терминов. Что и происходило сегодня, когда я услышал содоклады и сравнивал их с основным докладом. Нина хотя бы четко говорит, что это вещи непонятные. А в принципе смысл меняется. Смотрите, истина. Она в традиции – это Бог. И так человечество жило до 16 века. Истина – это соответствие понятия объекту. Это совершенно другое понимание истины начинается в модерне. И на этом построена вся наука. А потом истина, посмотрите, в постмодерне. А это то, что индивид считает правильным. Сегодня мы живем в таком, коллаже этих трех парадигм.
в одном человеке они как-то смешиваются так же, вот среди нас, сидящих в зале, как темпераменты Павлова. Мы все нечистые типы, а каждый имеем 2-3, и из них у нас модель темперамента. Так вот, наше сознание сегодня вот так островами включает, я думаю, что вот докладчик делал с позиции постмодерна основной доклад. По-другому я не могу его воспринимать. Мне же ближе, даже не модерна, а традиция. И не только мне, я думаю, иначе не выжить, просто стране будет. Если мы начнем, ну как бы бороться с постмодерном, модерном, мы никогда его не удержим в тех пределах, в которых он угрожает обществу. Пропадает объективизация, вы понимаете? И ведь я долго читал курс методологии и методика научного исследования магистрантам. А потом, когда до меня пришла, в руки попала брошюра аспирантов, и там наука, постнаука и постнеклассическая наука. Но я понял, пора уходить из науки, потому что ее не стало в стенах. Как институт социальный остается, а как то, что она должна быть, вот при таком понимании истины, она уже не соответствует сама себе, это наука. И поэтому сегодня, вот то, что Нина рассказывала, берут залог всех ученых, так называемых, или хотя бы научных сотрудников, именно первыми берут вот в это, как бы в концлагерное, с помощью цифры рабства. Это сегодня так и происходит благодаря цифризации в высшей школе. Следующее мы сейчас включим и ускоримся. А поскольку нам надо определиться с понятиями, которые у меня были в докладе, я их вам должен был показать. Вот безопасность от наркотизма – одно понятие, и оцифрованный мир – это другое. А без этого мы не понимаем друг друга, о чем говорим. Так вот, оцифрованный мир, книгу рекомендую прочесть, 18-й год Киссинджера «Мировой порядок». Вот что такое мир сегодня оцифрованный. В этой книге говорится, что оцифрованный мир – это не только где люди, собственно говоря, я эту книгу так прочитываю, используют информационные технологии, а это мир, в котором наш термин «глобальная иерархическая власть», Дмитрий Анатольевич, вот этот мир включает ее, и она навязывает всем через СМИ своих агентов, прежде всего, либеральные западные ценности. А потом уже уничтожает или одновременно наши традиционные ценности, или не западные. Вот это сразу за методологией исходный принцип отношения к этой ситуации, о которой мы говорим. Вот это есть оцифрованный мир. А что такое безопасность от наркотизма? Давайте вот такое попробуем дать определение. Это жизнь человека, особенно подростка, молодежи, в таком социуме, в школе, в вузе, в городе, в котором давление наркосреды внешне, экспозиционное, гораздо ниже и слабее, чем сила внутренней установки человека на трезвость, на ведение здорового образа жизни. Вот это и есть безопасность от наркотизма. Приоритет внутреннего давления над внешним, наркотическим. А внутреннее, оно связано с мировоззренческим отказом. И вот смотрите, по Голландке, Леонид Николаевич присутствует здесь, он когда-то такую презентацию нам показывал, на примере медицинской профилактики. Фактически, здесь же речь идет о безопасности. И чтобы вы поняли то определение, которое я вам предложил, надо понимать, что вот желтенький кружочек – это человек, это защищаемый индивид. И сталкиваются две силы – негативное давление наркоситуации, наркосреды и вот сила защиты от наркодавления. Вот, собственно говоря, успешная когда ситуация с точки зрения защиты. Когда психическая сфера безопасности человека, она успешно защищена. Вы видите, шар не может пробить стрела сверху, сбоку, снизу, потому что мальчишка, у него как бы вот внутри это желтенькое защищает солнышко. А в него положили защиту. А вот не выдержала желтенькое, пробила, исчезает граница и все. Негативное давление пробивает давление защиты. К чему это показывает? А потому что объективные критерии появляются в отношении оцифрованного мира с точки зрения нашей темы. Если цель, в которой мы используем эту цифру, информационную технологию, укрепляет давление защиты в человеке или ослабляет, уничтожает внешнее давление, то тогда я отношусь положительно к информационным технологиям и ко всему, о чем здесь говорилось, даже если не понимаю до конца, но я понимаю по цели, к чему это будет вести, к тому или к этому. И наоборот, когда
другая цель, когда внутри у человека защита ослабляется против этой угрозы, а угроза усиливается. Вот ключевые критерии. То есть мальчик вот из мотоцикла, с самоката не упал, но он уже другой вот этой ситуации. Его безопасность личная после первой пробы упала вниз. Вот и все, собственно говоря. Это главное, о чем мне хотелось сказать. А что мы видели? 2006 год. Это ближайшее прошлое. Появились цифровые наркотики. Ну что политики? Я помню, законодательное собрание заявило, надо запретить, добавить в уголовный кодекс. У нас же одна реакция. Если мы начинаем только через юридическую призму, даже не криминологическую смотреть. Криминологическая, по-моему, это надо защищать, как в Китае, детей. Не больше 2 часов бываешь в виртуальном пространстве. Все. Не 24 часа в сутки. И начинают это выполнять. Поэтому 6 тысяч лет существует. Смольный тоже свое киберпространство защищает. Кто был сотрудником Смольного и работал, знает, что там нельзя войти в интернет. Кибератака невозможна. Почему мы криминологи об этом не говорим? Что можно защищаться, локализуя это пространство, создавая различные сферы этого киберпространства. Это есть криминология, если нельзя быстро сделать киберполицейского. Короче, эта акция чисто раскручивала тему «Цифровые наркотики». Просто вбивала в сознание, что наркотики есть. И сегодня их полно сайтов, которые продолжают предлагать. А вот наше настоящее, после 2010 года до 2020, которым заканчивает черный этот теневой интернет-сегмент. Я думаю, сейчас новая стратегия будет принята в 2020 году до 2030. Я не уверен, что там вообще об этом будут говориться вещи. Потому что, ну, если не выполняется в целом, мощный документ не выполняется, почему я должен сегодня быть таким наивным, как 4 года назад, и думать, что и стратегию государственной антинаркотической политики примут успешно, какую-то как документ. Никаких шансов на это нет, по-моему. Смотрите, что в Darknet происходит. Там в этом браузере 600 тысяч человек за сутки. И именно российский граждан. Наших с вами соотечественников. Мы обогнали здесь и США, и Иран. Вот ссылка, можете проверить. И вот дети покупают там уже не цифровые наркотики, а настоящие. В сети. Я не поверил. Думаю, надо посмотреть. Включенно пошел смотреть. Ну вот это я пропущу, вижу. Пожалуйста, покупай кокаин. Все. Посмотрел амфетамин. В общем, 26 наименований. Мне тут же предложили на кухне, вот готовясь к вам докладом с этим, я подумал, ну я отстал. А тут же оператор предлагает помощь, выплывает окно. Напишите ваше сообщение, здравствуйте, в чем помочь. Вот. Ну так что же, это наше настоящее. Смотрите, что пишет в Петербурге, продают килограммы наркотиков с помощью интерактивных гестыков. А реакция государства. Госдума в этом году провела 2 заседания, 2 слушания, 2 круглых стола, как изменить законодательство. Это что, выполнение документа, который говорит о нашей безопасности? Не уверен. Вот. Поэтому надо закругляться, выводы делать. Выводы такие. Информационные технологии сами по себе нейтральны. Они нейтральны так же, как атомные технологии. Могут уничтожать, могут работать мирно. Могут падать на города, могут колоть лед. Только у России есть, кстати, атомный ледокол, ледоходный вот этот состав флота. То есть мы понимаем, тогда этот вопрос получается. Но каждое государство в мире постмодерна будет приспосабливаться к наркоугрозам, пробивающим сознание. Я вот такое вам понятие даю. Наркоугрозы, пробивающие сознание. Потому что они сегодня умеют уже это делать. Несовершеннолетние, прежде всего, будут по-разному защищаться. И очень сильно будет рецепт этого защиты государства. Зависит от того, в какую цивилизацию она входит локально. Запад будет защищаться под одним способом. Запад, государство западной цивилизации. Они это умеют делать. Это их порождение наркотики. Прежде всего, у них они возникали, появлялись и запрещаться начинали. Вот. В восточных цивилизациях, их 3, по-разному, в зависимости от профиля, в исламской, китайской, в индуистской, по-разному будет. Как у нас, посмотрим, если вообще выживем. В зависимости от остроты наркоситуации и политического режима будет строиться вот эта защита от информационных технологий, которые будут, ну, как бы взяты на вооружение именно стороной за наркотики. Преступной стороной заканчивают. И, конечно, в зависимости от национального лидера, есть он в стране или нет.
Вот в Турции, пример, даже в Конституции есть статья, обязывающая государство защищать молодежь от наркотиков. Потому что они прошли через вот таких лидеров национальных. Ну и, в общем-то, в 21 веке, я думаю, что информационные технологии стороной на наркотики вполне могут уничтожить целое поколение молодежи в нашей многострадальной стране еще раз. Ну а, в общем-то, этот прогноз почему может быть выполнен? Если парадигма антинаркотической политики государства останется прежней, то есть будет продолжаться вот игнорирование тех научных представлений, которые должны лечь в основу антинаркотической политики. Это прежде всего контроль над человека, потребляет он наркотики или нет. Это у нас абсолютно не в тренде, а здесь зарыт корень. Если сюда не смотреть, то все остальное это имитация. И сегодня мне так жалко тех, которые в тюрьму отправляют, это крошки с обеденного стола, если в интернете вся раздача происходит или стол уже наркотический там. Но надо как-то об этом говорить, чтобы мы осознавали, что происходит. Вот. И если это будет, и если по-прежнему у нас не будет образа будущего государства, потому что я не понимаю, как можно сегодня в образовательных учреждениях высших, где готовят представителей силовых структур, полицейских, как их вообще можно выпускать на работу, если у страны нет четкого образа будущего. Они профнепригодны в этой ситуации. Вот все тогда. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники сегодняшней беседы, в первую очередь хотела бы поблагодарить уважаемого Семена Яковлевича за интересное выступление и за обозначенные в нем проблемы. Сразу хочу отметить, что свое выступление я адресую больше цифровизации не материального, а процессуального права. По крайней мере, я так поняла вашу выжимку из доклада, на основании которой сделала свой отклик. Прежде чем высказать свою позицию относительно темы выступления, хотелось бы отметить важность, значимость и в то же время неизбежность цифровизации наших общественных отношений. Наверное, поэтому тема доклада Семена Яковлевича настолько актуальна на сегодняшний день. Вообще, цифровизация общественных отношений настолько быстро внедряется во все области отношений, что порой люди не успевают за этими технологиями. Но этот процесс, он неизбежен. Что касается значимости оцифровки общественных отношений, то здесь следует ответить на вопрос, для чего государству это нужно? То есть, почему на сегодняшний день предпочтение отдается не бумажному, а электронному документообороту? Почему государство планирует доверять принятие судебных решений не компетентному человеку, судье, а роботу с искусственным интеллектом? Предполагается, что в первую очередь это необходимо для удобства. Удобство проявляется в первую очередь в том, что, как известно, запрограммированный робот делает ту или иную работу в разы быстрее человека, и при этом вероятность совершения ошибок, в отличие от человеческого фактора, совсем минимальна. Зачастую использование искусственного интеллекта также способствует экономии бюджета и отсутствию необходимости в тех или иных кадрах. Возможно, в таком виде внедрение искусственного интеллекта поможет упростить работу судейского корпуса, но здесь важно не давать искусственному интеллекту полностью заменить работу судьи. Говоря о внедрении цифровых технологий в уголовное судопроизводство, необходимо согласиться с мнением юристов, которые предлагают разделить использование цифровых технологий на три вида в зависимости от их предназначения и направленности. В первую очередь, это те цифровые технологии, которые отражают открытость судебного разбирательства и судебной системы. Во-вторых, это цифровые технологии, направленные на взаимодействие с отдельными лицами, участниками уголовного процесса, и направленные на обеспечение деятельности суда и его взаимодействия с другими государственными органами. Поэтому развивая цифровые технологии в уголовно-правовом и уголовно-процессуальном направлении, важно, во-первых, иметь четкое представление, в какой именно области деятельности необходимо ввести эти указанные технологии, а во-вторых, важно уметь прогнозировать все возможные проблемы, которые в этой связи будут появляться.
Например, считаю, что относительно новые изменения порядка формирования состава суда в уголовном процессе является верным шагом на пути к реализации принципа открытости судебного разбирательства. В соответствии с настоящим нововведением дело поступает на рассмотрение судье не после того, как это решит председательствующий судья, а именно после решения компьютерной программы, то есть использования автоматизированной информационной системы. То есть компьютер сам решает, какого судью назначить на то или иное уголовное дело, учитывая при этом и его загруженность, и его специализацию, и другие факторы. Представляется, что данное нововведение позволит избежать любые коррупционные подозрения или проявления, либо недопонимания среди сотрудников аппарата суда. Любые цифровые изменения в уголовное судопроизводство необходимо внедрять с осторожностью, так как принцип уголовный процесс – это судопроизводство с особенностями. Особенность в первую очередь исходит из того, что основной участник процесса – это обвиняемый, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый. А обвиняемый – это в первую очередь личность, чьи права и свободы в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются основным объектом охраны государства. Нельзя забывать, что ошибочное обвинение в преступлении лица, которое его не совершало, влечет крайне негативные последствия для этого лица как личности, как его прав. Если даже лицо действительно совершало преступление, при проведении судебного разбирательства обязательно нужно учитывать все индивидуальные особенности личности и его условия жизни. В этом смысле на сегодняшний день представляется не совсем актуальным назначение наказания с помощью электронной системы назначения наказания, как это предлагает уважаемый Чанглар Чапарович. На мой взгляд, внедрение в Уголовный кодекс искусственного интеллекта утратит смысл положения Уголовного кодекса, в соответствии с которыми индивидуальному осужденному назначается индивидуальное наказание, так как по своей сути просто утрачивается в этом смысле. А в докладе Семена Яковлевича достаточно четко обрисована необходимость развития так называемого цифрового уголовно-правового ресурса. В данном контексте я считаю, что здесь данный тезис будет направлен в первую очередь на обеспечение деятельности государственных органов, которые, в свою очередь, смогут предупредить преступность. И здесь я хотела бы привести пример, который подтверждает важность тезиса выжимки Семена Яковлевича, которые размещены на сайте. Ну, все из присутствующих наверняка знают о резонансном убийстве доцентом Соколовым своей аспирантки, которое произошло в нашем городе месяц назад. Ну, возможно, не все из присутствующих знают, каким образом правоохранителям удалось задержать преступника. Дело в том, что Соколов проживал по адресу набережной реки Мойки, дом 82. Неподалеку. Я немного не к этому хотела сказать, что адрес его места жительства – это набережная реки Мойки, дом 82, а, как известно, главное следственное управление нашего города – это дом 84, то есть это следующий за место проживания убийцы дом. Удивительно на самом деле не это, а то, что в тот момент, когда убийца скрывал следы преступления, да, выбрасывая в реку Мойку части расчлененного трупа, в этот момент камера, которая находится зафиксирована на здании главного следственного управления, снимала именно тот участок набережной, на котором находился Соколов. Сбор доказательств уже начали по следственному комитету. Соответственно, когда доцент случайно упал в реку вместе с содержимым своего пакета, дежурный главного следственного управления, абсолютно не подозревая, что делал доцент на месте набережной, соответственно, просто вызвали ему спасателей. И уже когда достали его из воды, увидели, что помимо того, что он упал в реку, там никак не мог утонуть пакет. Ну и, соответственно, пакет тоже пришлось вытащить.
Так вот, на самом деле, в данном примере, с одной стороны, можно сказать, что на ловца и зверь бежит, да, то есть правоохранителям довольно-таки повезло, что зафиксировала в сокрытии среди следов преступления камера наружного наблюдения. Но проблема все равно заключается в том, что не все дома нашего города, как и любого другого города России, у нас оснащены камерами видеонаблюдения. То есть вот именно по данному примеру, на мой взгляд, проблема в том, что, находясь Соколов чуть подальше от места сокрытия следов преступления, либо вообще в другом месте, вполне возможно, что мы сейчас с вами бы вообще не знали о наличии преступления. Это касается и других преступных деяний, так как современный преступник зачастую очень тщательно обдумывает место совершения преступления, выбирает те участки, которые не оснащены никакими цифровыми средствами. Но в этой связи, по крайней мере для нашего города, позитивным является то, что у нас запущена городская система видеонаблюдения, то есть постепенно, с каждым месяцем в нашем городе увеличивается количество средств видеофиксации, что позволяет в какой-то степени, хотя бы на какой-то процент, предупреждать преступления. И в заключение хотелось бы сказать, что на сегодняшний день мы движемся в верном направлении. Вполне возможно, что в ближайшем будущем мы сможем с легкостью говорить и о других направлениях цифровизации уголовного права и уголовного судопроизводства. Спасибо. Действительно, тема очень злободневна. Я, честно говоря, хотел в другом ракурсе вообще провести обсуждение ее, наверное. Хотелось рассказать о рабочей прокуратуре, потому что мы были вообще изначально, как бы родоначальниками всей этой цифровой системы. На прокуратуру возлагалась, друзья мои, в 2010 году задача по проверке всех надзорных органов, всех контролирующих органов. И мы как орган должны были собирать эти сведения, выявлять нарушения статистически и выяснять вообще, каким образом, значит, появляется у нас вот эта вот динамика преступности. Это было как бы в 2010-2011 году. После того, как поставлена была задача выявлять эти преступления, было установлено, что, оказывается, правильно сказал Семен Яковлевич, что у нас нет людей, которые могли бы их расследовать. Понимаете, парадокс какой? В Санкт-Петербурге нет следователей, которые могли бы выявлять. Нет экспертиз, которые могли бы, друзья мои, устанавливать, что такое программа. Вообще, что это? Да, это набор цифр, правильно сказали, единичка, ноль. Цифровые программы. И, к сожалению, на сегодняшний момент времени выясняется, что и даже сейчас, уже 10 лет почти прошло, со временем, как вот эта программа включалась, какие мы проводили совещания, проблема не исчезла. И вот, как мы видим, да, смотрите, уже сферы разные затронуты. ЖКХ, пенсии, зарплаты. Даже уже, вот смотрите, обсуждаем вопрос, оказывается, сбыт наркотических средств, психотропных веществ идет посредством этих цифровых технологий. Это очень страшно. Что будет дальше, никто не знает. Поэтому тоже, кстати, хотелось высказать свою точку зрения к цифровым технологиям. Вообще двоякое отношение. Очень кратко скажу. С одной стороны, замечательно, что появляются цифровые технологии, а с другой стороны, опасно. Объясню почему. Буквально два очень кратких примера для того, чтобы немножко разбавить вот эти вот сухие цифры. Да? Первый, значит, пример был. В ходе расследования дела, это был 2017 год, у потерпевшего был угнан автомобиль. Ну, ставил человек возле своего дома автомобиль. Ну, как-то раз выходит, его нет, друзья мои, да? Как найти? Естественно, обращается к сотрудникам МВД. Найдите. Сотрудники МВД обошли все ближайшие там дома участковые, но, к сожалению, ничего не нашли. Что делает потерпевший? Потерпевший идет в соседние магазины, говорит: ребята, у вас есть видеокамера? Да? Говорит: конечно, есть. Ну, пожалуйста. Он берет, значит, видеокамеру, подходит к сотруднику полиции, тот говорит: нет, нельзя, нужно, чтобы все, знаете, нужно оформить протокол выемки, подойти, все это взять. Только после этого, так что неси обратно. Он приносит обратно охраннику, кстати. Вот. Через там 2-3 дня после того, как ходатайство написали, они идут туда, к этому охраннику. Охранник говорит: слушайте, я не могу вам выдать, потому что мне разрешение должен дать кто? Директор магазина, потому что он владелец всего этого, я вам тебе дал нелегально. А у нас, ребят, доказательства должны быть все легально изъяты, чтобы их не признали недопустимым. После этого, значит, пишут уже запрос, вызывают к себе руководителя, это проходит еще неделя.
он приезжает с этим аппаратом, потому что не знает, как это будет выявлять, и в конце концов изымает эту карточку. И теперь самое интересное, знаете, как в цирке, да? Как вы думаете, кто угнал автомобиль? Аллилуйя! Сейчас вам скажу, кто. Это сделал сосед, который жил на первом этаже, напротив которого ставят машину вот этот потерпевший. Можете себе представить? Куда он ее гнал? Ну, буквально за три дома поставил. Кстати, машину-то нашли сразу, а вот человека не установили. Ну и, собственно, слава богу, что это видеокарта, это значит, ну, носитель, да, цифровой такой, назовем, эта информация, она помогла раскрыть преступление. Слава богу, да, все, сотрудники сразу шевелились, преступление раскрыто, суд направили, уже даже примирение состоялось. Но это вот такой радостный пример, да? Вот есть печальный пример. Скажите, кто-нибудь в Сбербанке, ну, понятно, в Сбербанке приходим, мы, да, все к нам обращаются сотрудники, говорят, не хотите оформить онлайн, да, те самые программы. Так вот, не на правах рекламы, скажу, мои коллеги, это очень опасно. Программа очень уязвима, к сожалению. И этому, кстати, еще один пример. В этом году ко мне обратилась женщина, с очень страшным делом. Ну, такая трагическая получилась ситуация, что на карте у нее лежало около 600 тысяч. Ну, собственно, сумма по нынешним меркам может не такая великая, но для женщины, которая занимается бизнесом, которая платит кредиты, вкладывает это все в свое какое-то дело, это, конечно, приличная сумма. И так получается, что эта сумма каким-то интересным способом уходит с ее карты. Притом, слушайте, 15 минут ее симка была выключена. Можете себе представить? Через 15 минут включается телефон и приходит смс. Оказывается, сумма, 600 тысяч, снимается с нее примерно такими равными платежами. Тысячи где-то по 50, наверное. 50 тысяч уходит и все. И в конечном итоге, спасибо за то, что используете нашим банком. Ну, мы с вас еще 15 тысяч сняли за то, что вы перевели его на какой-то счет. Значит, как потом выяснилось, счет находится в Башкирии. Отношения никакого, друзья мои, не имеет абсолютно. Вот. И парадокс в этой системе в том, что оказывается программа уязвима. Что делается дальше? Она обращается, соответственно, сотрудникам полиции. Что отвечают сотрудники полиции? Они говорят, принесите нам, пожалуйста, справку, что у вас злоумышленники сняли с вашего счета деньги и незаконно перевели. Как вы думаете, куда она пошла дальше? Сбербанк. Она приходит и говорит: друзья мои, скажите, пожалуйста, вот каким образом у меня, знаете, вот снято эти были деньги? Они говорят: да, пишите, ой, как здорово, что вы пришли, мы сейчас боремся с киберпреступностью, это действительно опасно, это чума 21 века, пишите. Она пишет заявление, все замечательно, приходит туда через неделю, а они говорят: все, мы проверили, все замечательно, считайте. Она читает: деньги были сняты по тому, что вы, значит, кому-то сказали пароль, что вы сообщили информацию, вот, так что извините, еще раз можете воспользоваться нашими услугами, а пока заплатите ко мне 15 тысяч за то, что ваши деньги, 600 тысяч ушли, вы Башкортостан. Вот, она приходит, счет в полицию, говорит: вот такая справка. Что говорит полиция? Они говорят: ну, сами виноваты, да, справка-то есть. Вопрос для всего зала: каким образом уходят эти деньги? Ни один эксперт здесь, к сожалению, в Санкт-Петербурге не смог нам этого точно сказать. Но она связалась с людьми, которые работают по этим программам за рубежом, в Индии, насколько я помню. Мужчина, какой-то очень-очень знаменитый программист, сообщил: оказывается, такая система действует. Создают клоны сим-карт, пользуются уязвимостью эти системы андроиды. Вот в этот момент, когда, значит, происходит замена, они умудряются каким-то образом скачать вот эту информацию. Представляете, они заражают вирусом. И это все уходит. Наши специалисты, не сотрудники полиции, к сожалению, не видят этого состава преступления. И это очень печально. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, знаете, что сказать? Конечно же, электронные носители — все это здорово. Но нужно, чтобы они, конечно, были под серьезной защитой государства. Я считаю, друзья мои, Сбербанк у нас, да и вообще платежная система — это все очень-очень-очень уязвимо. Спасибо. Наверное, интересно понятно. Первонаперво скажу, ну, наверное, искусственный интеллект — это все же наше будущее. Нет, пока искусственный интеллект не совершает преступлений. То есть те преступления, которые в киберпространстве совершаются, все же за ними стоят люди. Так? Так. Конечно же, эти преступления очень опасны. Но в то же время
Эти преступления все записаны в Уголовном кодексе, они же совершают, ну, кражи, оборот наркотиков, о чем мы говорили. Ну, в принципе, кражи в основном, кражи средств. И, разумеется, я, Семен Яковлевичем, согласен, я такой же вопрос своим коллегам иногда задаю. Вы знаете, сколько у вас денег на карточке, там, на телефоне? Нет. И, конечно же, если у меня уйдет, как Антон Геннадьевич сказал, 600 тысяч, ну, я увижу. А если у меня по рублю, а зато с миллиона человек по рублю пропадет, да мы и не заметим, так друзья мои. Так оно и происходит. Ну что ж, конечно же, люди, совершающие преступления в киберпространстве, они действуют под вымышленными именами. И проблема состоит в чем? Чтобы идентифицировать их. Недавно у нас в университете проходила конференция, вы знаете, есть ведь предложен некий способ. Что же можно идентифицировать? То есть сейчас в настоящее время этого механизма нет, и, конечно же, раскрываемость преступлений носит случайный характер, но мы можем, было предложено не мной, я лишь озвучу, не буду присваивать авторство, совершенно принципиально новая система вот, криминалистического учета на основе электронно-цифрового следа. В чем смысл? Каждое устройство, будь то компьютер или гаджет, оставляет след. Более того, вот я даже сидя здесь, вы можете каждый у себя открыть там Яндекс.Браузер и нажать на, там есть, скажем так, разные программки, разные сервисы у Яндекс.Браузера, интернометр, интернетометр, вот так, и увидите, там будет написано, с какого устройства заходите, даже город будет определен. Таким образом, такой электронно-цифровой след невозможно подделать, отслеживает его каждый сайт, нам лишь необходимо, ну, по крайней мере, организовать таковой криминалистический учет и посмотреть. Да, конечно же, он тоже несовершенен. Виновный может менять себе каждый раз телефон. Но, тем не менее, раскрываемость уж всяко повысится, когда он со своего устройства зайдет и взломает там сайт Сбербанка, да, самый ненадежный банк. А потом возьмет и зайдет в социальную сеть «Одноклассники». Мы просто сравним. Опаньки, одно устройство, один человек установим. И таким образом сможем, ну, хотя бы в какой-то степени противостоять данному виду преступления. Сейчас, к сожалению, следует констатировать, что мы просто бессильны. Спасибо за внимание. Еще раз. Спасибо. Я думаю, что мы осветили, может быть, не с той достаточной степени и положительные, и отрицательные моменты, озвученные Семеном Яковлевичем в докладе, но на большее, к сожалению, у нас времени нет. Сейчас слово для своего авторского в качестве докладчика подведения итогов, буквально 5 минут, предоставляется Семену Яковлевичу Лебедеву, пожалуйста. Спасибо большое. Действительно, буквально 5 минут. Я очень внимательно пытался зафиксировать все выступления с основными тезисами, с основными, так сказать, сомнениями и тому, и так далее. Но прежде всего, у меня только два тезиса в ответ. Да, только два. То есть я не буду комментировать каждого, потому что мне представляется, что те два, которые я назову, они будут главными. Первый тезис. Я, безусловно, благодарен, это не просто благодарность, это тезис. Я очень благодарен Санкт-Петербургскому международному криминологическому клубу. Дело все в том, что такого обсуждения этой темы еще не было. Два часа всего, но такого обсуждения с таким вот серьезно, с такой серьезной полемикой не было. Я с этой темой выступаю уже 3 года. Мои публикации есть. И первый раз я выступил на уголовно-правовом конгрессе в Москве. После моего выступления была тишина. Один только вопрос, по-моему, кто-то задал, но не суть важно. Была тишина, а дальше потом встала горячо любимая мой Наталья Александровна Лопашенко
и откровенно мне сказал: «Сёма, я не понимаю, о чем ты говоришь». Это было 3 года назад. Это было 3 года назад. Да? Сегодня в каждом выступлении, каждого абсолютно, кто высказывал свои сомнения, даже какие-то в отношении каких-то отдельных сторон, звучали сюжеты, которые касаются преступлений, совершаемых в киберпространстве. И в большинстве своем они не локализованы. Так вот, главный момент, второй тезис и главный момент, который вытекает из всех сегодня выступлений, и который вывод, главный вывод, какой я делаю. Если специалисты, часть из которых присутствует в этом зале, не будут включены в этот процесс со всем своим профессионализмом, квалификацией, знаниями, опытом и так далее и тому подобное, формирование этого ресурса, то его создадут другие. Вот, Нина Ивановна, вы говорили по поводу сумасшедшего этого рейтинга, в котором мы все принимаем участие, я заведующий кафедрой. Да, его кто создал? Образовательная среда. Его создали чиновники, которые ничего в этом сильно не понимают, и которым надо просто фиксировать наш, так сказать, нашу активность. Да? А вы же знаете об этом самом, наверняка, как человек-преподаватель, да, что мы должны ежегодно проходить квалификацию, повышать квалификацию в сфере информационно-коммуникационных технологий. Да? Нет, нет, это к ответу, хотя я не хотел отвечать. Сейчас каждому, если отвечать, начнет. А кто же? Нет, просто мы привыкли к тому, что есть какая-то, так сказать, система. Это уже сфера преступности, науки, есть образования, как, да, ну, следующая тема. Ну, конечно, но и тем не менее. Я просто, это тот же самый принцип. Если мы с вами, и это цель моего доклада на всех площадках, если мы сами, мы специалисты, которые себя таковыми считают, не примем в этом участие, его создадут другие. И тогда будет весь тот кошмар, о котором сегодня говорили, и которого мы должны, честно говоря, опасаться, бояться, там, концлагерь технологический, как угодно. Это может все произойти именно потому, если мы с вами не примем в этом участие. Если мы примем в этом участие, тогда я призываю наше сообщество, нашего клуба. Я точно так же призывал месяц назад сообщество филиала там, Санкт-Петербургского университета правосудия. Да? Если мы не начнем это делать вместе с технологами, сделает кто угодно, какой-нибудь технолог. Самый простой вам пример – камеры видеонаблюдения, которые, так сказать, на всех этих самых магистралях. Да? Еще 5 лет назад это наблюдение только за, я все время этот пример демонстрирую, это только наблюдение за скоростным режимом. Сегодня это практически все нарушения правил дорожного движения на, значит, дорогах страны. Да? Ну, не везде они пока еще установлены, но фактически к этому все идет. Да? Они скоро будут установлены везде. Да? В этом случае что происходит? И кто их создал, эти камеры? Там принимал участие хоть один специалист в области административного права. Нет, это были только технологии. И то же самое произойдет. Почему я предвижу, что этот кодекс цифровой будет кем-то создан, и именно с точки зрения обеспечения безопасности от всяких киберугроз. Да? По аналогии предупреждения киберугроз, которые сегодня в информационном пространстве связаны как раз только с несанкционированным проникновением доступа к каким-то ни было ресурсам. Их ликвидируют специалисты в области кибербезопасности. Более того, они себя позиционируют, я с Сачковым, с его этими самыми технологами спорил, значит, даже я говорю, что вы делаете, вы пропагандируете, вы пишете, не с ним лично, а с его, так сказать, там, людьми, которые вебинары на эту тему проводят, да, о локализации, нейтрализации различных киберугроз. Да. Они везде и всюду, откройте, там, допустим, информацию, группа ID, они пишут, мы расследуем киберпреступления. Вы кто такие, что вы расследуете киберпреступления? Вы что, правоохранительный орган? Нет. Но они себя позиционируют. Нет, они занимаются замечательным, они занимаются позитивным делом, да? Но они занимаются незаконной деятельностью фактически с точки зрения там права. Да? Значит, если мы с вами, как специалисты в области права, не возглавим этот процесс, он все равно будет расширяться, и все равно тогда он и будет переводить к тем самым концлагерям, о которых, создание которых мы опасаемся.
Ну, а вообще огромное спасибо, потому что вы мне дали пищу для размышлений. Думаю, что для каждого тоже есть пища для размышлений. Да, я буду об этом думать, вы, наверное, будете. Я думаю, абсолютно убежден, что Дмитрий Анатольевич, это не завершение этого процесса, наверное, будет продолжаться. Да, наверное, это можно в образовательной среде продолжить, там, в магистерских программах, в программах подготовки различных, так сказать, там, студенческих докладов и так далее. Но в любом случае профессиональная квалифицированная основа – это наша с вами задача. Мы знаем, каким должно быть уголовное право. По аналогии точно так же, как я когда-то предложил, если вот все, каждый раз мы клеймим позором вообще Государственную Думу, которая там, как этот взбесившийся принтер, штампует законы там и так далее и тому подобное. Мы кого в этом обвиняем? Доктора наук, профессора на всех конференциях обвиняют Государственную Думу в том, что она плодит не то, что надо. Ну давайте создадим уголовный кодекс, который мы считаем, что он таким должен быть. Я высказал это предложение 3 года назад. Призвал наше научное сообщество именно к тому. Давайте сформируем коллектив специалистов, профессионалов и напишем этот уголовный кодекс, каким мы считаем он должен быть. Яков Гирич Геринский, потом дальше Сергей Федорович Милюков, еще там пару-тройку человек. Там, мне написали там очень коротко. Сообщество не отреагировала. Уголовный кодекс продолжает рушиться. Ну тогда мне говорят, ну сделай сам. Сделай сам. Большое спасибо. Как всегда, выжимку из нашей беседы подводит президент Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, я соглашусь со всеми, кто положительно высказался о докладе. Мне понравился доклад очередной Семена Яковлевича. Я вижу, что были сделаны определенные шаги вперед. Мне понравилась не менее эмоциональная и довольно содержательная дискуссия. Но как у научного работника, мне обязанность заострить внимание на тех моментах, которые остались проблемными, неясными или недостаточно четкими для того, чтобы двигаться можно было дальше. Это нельзя письмо. Я думаю, что то, что мы, в общем-то, не особенно сильно продвинулись все вместе вперед, тому способствует то, дело в том, что здесь несколько у нас не было соблюдена методология, которая уже сложилась в мировом научном, криминологическом и уголовном пространстве, которая выработана для изучения проблем безопасности, с одной стороны, а с другой вот этих компьютерных проблем, IT-проблем, в области преступности и противодействия ей. И мы ее здесь не соблюдали, хотя это очень важный момент, я не буду здесь много говорить, только напомню то проблемное поле, в котором мы должны были бы сталкивать эти два направления. Криминологическая безопасность, с одной стороны, а с другой IT-технологии. Значит, здесь есть 4 составляющих, взаимодействующих, которые составляют это поле. Это уголовное право и противостоящее ему право безопасности. Это сами IT-технологии преступной деятельности и IT-технологии противодействия преступности. И здесь нельзя забывать, а люди, которые занимаются или начинают заниматься проблемой безопасности, то, что, в общем-то, давно поняли наши коллеги-криминологи, которые этими проблемами занимаются, и за рубежом, прежде всего, в Германии, и у нас здесь. Что заключается в том, что идет смертельная борьба между правом безопасности и уголовным правом. Право безопасности, или можно его назвать бесправием безопасности, оно наступает на права человека, вмешивается и предлагает такие меры, которые, собственно говоря, являются преступлением. Поэтому важнейший момент методологии изучение, скажем, тех же самых IT-технологий с точки зрения
вот современной криминологии, там, криминологии закона, состоит в том, чтобы задать себе вопрос, а не является вот это новое направление, которое предлагает заняться здесь докладчик, цифровизация или цифровка, проще выговаривается, уголовного права, не содержит ли в себе чего-либо преступного. Это очень важный вопрос, на который здесь почти никто не пытался ответить, только немножко к этому приближалось. Значит, было очень мало, первый тезис, было очень мало нами всеми сказано о преступной опасности от внедрения IT-технологий в уголовное право. Я все думал, а почему? Почему? Почему я сам тут, наверное, немного могу сказать? А потому что по существу ведь оцифровки уголовного права нет. Мы до этого не дошли. Уголовного права. Мы говорили о оцифровке уголовного процесса, о камерах видеонаблюдения, о чем угодно. Но об оцифровке уголовного права мы не говорили. Ну, вообще говоря, можно ли оцифровать уголовное право? Как его можно оцифровать? Уголовный нет. И то можно говорить о многих вещах. Я даже говорю не закон, а право. Присутствующие здесь специалисты понимают, что закон и право – это далеко не совпадающие вещи. Право – это право по идее. Ну как их можно оцифровать? Вот. Поэтому, наверное, разговор именно об оцифровке уголовного права не очень получился. Мне даже кажется, я здесь солидарен с Аманом Умаровичем, который правильно поставил вопрос, мне даже кажется, что я сомневаюсь, что едва ли можно оцифровать уголовный закон. И что значит оцифровка уголовного закона? Ну да, вот, есть система там гарант, там кодекс, который мы все поняли, но разве это оцифровка уголовного закона? Это просто можно найти с его помощью что-то в законе. А как можно оцифровать? Это поисковая система. Вызывает у меня большое сомнение. Да, можно оцифровать уголовный процесс. Само процесс расследования преступлений, закрепления доказательств, что вот прекрасно и сделал профессор Олег Перов, вот, разработал соответствующую модель. Да, это может работать. Да? Можно в цифре вести предварительное расследование, также судебное разбирательство. Это в принципе, я не говорю, что это хорошо, это другой вопрос. Вот. И здесь как раз в оценке оцифровки уголовного процесса и той модели, с помощью которой предлагают расследовать уголовные дела Халвар Джафарович, я согласен с Ларисой Владимировной. Меня вызывает большое сомнение, что это приведет к позитивным результатам. Да, какие-то элементы. Да, при принесении приговора хорошо, если машина будет подсказывать, какой был бы оптимальный приговор или наказание. Но в целом это вызывает сомнение, но сейчас не важно. Мы-то с вами должны говорить о безопасности уголовного права. И вот здесь вот вызывают большие сомнения. Вот криминология может выйти и должна выйти на и к этому уходит, кстати говоря, реплика Николая Валентиновича здесь направляла в том росту, в котором надо. Проблема-то существует какой? Да, и существует опасность. И ответ на опасность IT-технологии в области не только преступности, но и реагирования на преступность. Значит, лежит, это ответ на этот вопрос лежит в плоскости политической криминологии. Отчасти в области криминологии закона, разумеется, потому что здесь возможны преступные законы. Но и, безусловно, в области политической криминологии. Вот это столкновение, конечно, чрезвычайно важно. И дальше в этом направлении нужно, безусловно, работать. Я не буду здесь утомлять под конец о деталях. Значит, здесь, как здесь надо в этом плане работать. Единственное, я хочу сказать, что напомнить, что с точки зрения политической криминологии в основе мировой преступной деятельности, как здесь уже говорилось, Георгий Васильевич об этом говорил, лежит то, что мы называем глобальной олигархической властью. И если в ее рычагах окажется искусственный разум, то понятно, чем, что всем нам это довольно
представляет для всех для нас довольно большую опасность. Но при этом я хочу просто сказать пару слов в развитии политической криминологии, быть может, с нашей темы. Ну, вы, многие из тех, кто здесь присутствует и читает нашу литературу, знают эту воронку, или как немцы ее называют теперь, кратер преступности, мной предложенную в свое время, в основе которой здесь лежит глобальная олигархическая власть, как я сказал. Но теперь, и это тоже прозвучало со ссылкой отчасти на Овчинского, но Овчинский только интерпретатор в данном случае. В связи с заявлениями руководства Китая, ясно именно криминологии должно осознаваться, что параллельно вот этой воронке, в голове которой лежит известная глобальная олигархическая власть, может оказаться воронка преступности, глобальной преступности, с корнем, который будет находиться в Китае. Тем более, что китайским руководством сделано заявление, что мы ставим перед собой задачу взять глобальное управление миром через эти технологии. Вот, собственно говоря, то, что у нас осталось для размышления. Но я очень благодарен нашему докладчику Семену Яковлевичу, очень благодарен всем участникам, которые действительно интересно выступали. Вот. И я хочу сказать, в этом направлении, особенно в области методологии исследования проблем безопасности, я думаю, что у нас большая перспектива для совместного сотрудничества. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.